Видео подготовлено каналом «Уроки ТВ». Давайте выполним упражнение 156 на странице 111 учебника по русскому языку для 2 класса автора Климанова. Рассмотрите рисунки, составьте предложение с словами «кот» и «стол», опираясь на рисунки. Какие слова помогли указать, где находится кот? Вспомните, как называются такие маленькие слова. Итак, составим предложение. Кот залез на обеденный стол. Кот притаился под столом. Указать, где находится кот, нам помогли. Кот спрятался за стол, и кот забрался на кухонный стол. Слова «на», «под», «за», «в» помогли нам указать, где находится кот. Такие маленькие слова называются предлогами. Если вам понравилось видео, смотрите остальные видео решения на нашем канале. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии.